Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Никита. Я работаю, кто не знает, риэлтором в городе Сочи. Специалист по недвижимости, наверное, так можно меня назвать. Познакомьтесь, пожалуйста, друзья, это Ольга. Здравствуйте! Ольга нам будет помогать сегодня снимать видео. Она прилетела специально из Хабаровска. Она режиссер-постановщик. Буду режиссировать сейчас. Это не значит, что все постановочно. Не пугайтесь, да. Если вы видели, раньше у нас видео я снимал, где хотел улучшить качество нашего контента. Вот, собственно, к этому и идем. Но сегодня у нас будет на обычные камеры. Сегодня все равно на обычные камеры. Там какого-то не будет, там, феерии. Да, мы без оператора все, но мы немножко пытаемся улучшить, профессионально сделать, визуально, чтобы лучше смотрелось просто и все. Да. Ничего, никаких придумок не будет из сценариев. Мы направляемся сейчас на очень интересную такую стройку. Чем она интересна, да? Очень долго стоял недостроенный дом, такой бетонный скелет, этажей 15, не скажу точно там по этажам сколько. Вот, стоял, никому не нужный, брошенный. И на сегодня туда заходит немало известная компания в нашем городе Альпика Групп. Это основной застройщик, правильно? Да. И теперь у нас будет она достраивать, вот этот дом достроит и также еще выстроит несколько корпусов на этом же участке. Вот, сейчас мы поедем посмотрим, как все это дело выглядит. Честно говоря, я сам там еще ни разу не был. Вот. Ну, всем приятного просмотра, так что говорить надо. Тут еще неизвестно, приятного или нет. Да? Итак, мы приехали на объект. Давайте, наверное, расскажу, почему вообще данный объект так заинтересовал меня. Во-первых, данный объект находится в микрорайоне Завокзальный. Микрорайон Завокзальный – это один из самых популярнейших микрорайонов в городе Сочи. Почему, да, наверное, давайте объясню. Потому что, ну, логически, если размыслить, он находится за вокзалом. То есть это близость к центру. Во-вторых, это наполненность всей социальной инфраструктурой. То есть здесь есть все для жизни. Банки, детские сады, школы, магазины. Ну, в общем, все, что нужно. Ну и во-вторых, конечно, это цена на сегодняшний день. Всегда, как вы понимаете, выгодно покупать на этапе котлована, да. Сейчас цена здесь 90 тысяч за квадрат. Если мы возьмем, допустим, рядом стоящий дом, здесь уже вот в этой панельке где-то в районе 150 тысяч за квадрат будет. Сдача этого дома конец 2020 года. Вот. Поэтому сейчас очень интересно инвестировать. И потом на выходе, кстати, третье, что забыл сказать, это все-таки будет бизнес-класс со своей инфраструктурой внутри комплекса. Ну и всеми прелестями, так сказать, бизнес-класса. Давайте расскажу о застройщике. Застройщик на этом объекте один из самых именитых в нашем городе, один из самых надежных. Это группа компаний Альпика Групп. Кто не знает, построили очень много домов, в принципе, в нашем городе, в городе Сочи, и все благополучно сданы. Все хорошо. Давайте немного пробежимся по характеристикам данного жилого комплекса. Что здесь планируется вообще на территории? На территории планируется видеонаблюдение, детская площадка, на первых этажах коммерческие площади, в доме консьерж, ну и, соответственно, в таких махинах обязательно должен быть лифт. Соответственно, запланирован лифт. Что касается паркинга, немаловажный такой аспект, да, в нашем городе, потому что паркинга всегда не хватает. Что касается паркинга, здесь будет подземный, надземный и придомовой. Ну, собственно говоря, он и есть надземный. Вот. Что касается коммуникации, газа в этом доме не будет. Здесь будет электрическое отопление. То есть бойлеры, все остальное, коммуникации, канализации, все остальное, это все, конечно же, городское. Давайте перейдем к самой важной части. Это цена. Что касается цен, на сегодня минимальная цена составляет 3 миллиона 135 тысяч рублей. Это 90 тысяч за квадратный метр. По площадям сейчас площади от 33 до 64 квадратных метров. Ну, соответственно, возможно будет большие квартиры сделать под объединение. Ну, минимальная площадь 33 квадрата. То есть это однокомнатная квартира. В принципе, по этому объекту все. Кого заинтересовало, все контакты под этим видео, звоните, обращайтесь, пришлю вам более подробную информацию, пришлю прайс со всеми ценами.
Вот. Через 2 дня нас обещали запустить на территорию, и мы уже надеемся, что снимем более подробный репортаж про данный жилой комплекс. Все, всем пока!